Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня новость для тех, кто любит пощекотать себе нервы. В магазин завезли контейнеры, за голду собери их всем, в количестве 9 штук и в количестве 15 штук. Для тех, кто не знал, контейнеры висят в принципе постоянно на продаже, вы можете купить себе за 1500 золота 3 контейнера. Таким образом получается, что вы можете взять себе один контейнер за 500 золота. Здесь же выложили еще 2 предложения, всего на 2 дня, и давайте будем разбирать каждое из них. Если вы возьмете себе набор из 9 контейнеров за 4250, то понятное дело, что у вас есть возможность, вероятность, шанс, будем называть как угодно, получить себе одну из огромного количества машин, которые спрятаны в этом контейнере. Но процент выпадения крайне скуден, поэтому считать, что однозначно вам машина из «собери всех» выпадет, я бы не рекомендовал. Плюс к тому, огромное количество людей в комментариях пишут, что контейнеры «собери их всех» — это самые несчастливые контейнеры, которые есть в игре, и из них меньше всего машин выпадает. Но, ребят, при этом с вероятностью 95%, то есть если вдруг вам машина не выпадает, вы однозначно получаете талисман золота. Собрав 7 таких талисманов, вы, ребят, получаете 1000 золота. Именно на такое количество голды вы сможете обменять себе собранный полностью весь сертификат на голду. Ну, здесь, в принципе, так и написано. О чем это говорит? Говорит о том, что покупая 9 контейнеров за 4250, вы в любом случае 1000 золота себе вернете. Если вам даже выпадет одна машина, или пускай даже две, то все равно оставшиеся 7 сертификатов из 9 пойдут на то, чтобы забрать косарь голды. Таким образом, все ваши риски с 9 контейнерами обойдутся вам в любом случае не в 4250, а в 3250, потому что 1000 вы вернете себе талисманами. Если вы будете покупать предложение за 4250, то контейнеры в таком случае обойдутся вам не в 500 голды, а в целых 472. Но все-таки 472 золотых — это тоже немало. Вы будете экономить по 28 золотых монет на каждом контейнере в данном наборе, и сумма на всем наборе сэкономите 252 золотых монеты. Это не так уж и много, даже не один контейнер. Немножечко лучше обстоят дела с более дорогим предложением, но тут опять-таки зависит все от того, хотите ли вы рисковать. За стоимость полноценной какой-нибудь там восьмерки, пускай не супер новой, или возможно не всегда супер годной, но фановой, вы можете купить себе вероятность забрать одну из машин, забрать, как я говорю, кота в мешке, да еще и под вопросом, есть ли он там. Короче говоря, за 7 косарей предложение для тех, кто прям вот совсем верит в свою удачу. За 7000 золота вы получаете все то же самое, все те же самые шансы, но в количестве 15 возможностей открытия контейнера. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы соберете себе, если вам выпадет одна машина, и из оставшихся 14 контейнеров вам ничего не упадет, то вы соберете себе 14 талисманов золотом, соответственно, 2 раза соберете сертификаты по 1000 голды, таким образом сэкономите, точнее не так, вернете себе в копилку 2000 золота, и все ваши вот эти вот попытки поиграться с удачей обойдутся вам не в 7000 золота, а в любом случае в 5000 голды. Так или иначе, покупая за 7000 данный набор, вы будете экономить на каждом контейнере по 33 золотых монеты, потому что в составе набора данного, если вы разделите 7000 на 15, у вас получается стоимость одного контейнера не 500 голды, а 467. И суммарно на всем этом наборе вы сможете сэкономить 495 золота, соответственно, практически один контейнер. Поэтому, ребят, покупать или не покупать, выбор, безусловно, остается за вами. Мое дело озвучить вам выгодность того или иного предложения. Ну а вы в комментариях обязательно отпишитесь мне, покупаете ли вы их и что вам из них выпадало, выгодно или невыгодно. Мне лично на платных контейнерах не везет, и за 8 лет, как многие знают, мне выпала всего одна машина из платного контейнера. Из бесплатных выпадали, а вот из тех, которые за денежку, ну а уж тем более за реальную денежку, мне выпала всего одна машинка. Но многие пишут, что им везет гораздо сильнее. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!